Время нашей жизни ограничено, да, оно имеет какой-то предел. Часы – это счетчик времени нашей жизни. И очень часто людям просто не хватает времени, чтобы что-то сделать, чего-то добиться, просто жить. Правильно или нет? Наслаждаться жизнью. Не хватает времени. Но очень много таких ситуаций, которые русские назвали, что мы убиваем свое время. Да? Да. Есть выражение «убивать свое время» перед телевизором, за курением, за семечками, за компьютером. Просто убиваем свое время. Чтобы вы представляли, как это происходит, мы людям покажем, что значит образно, да, убивать время. Сейчас мы попробуем убить, по крайней мере, счетчик времени. Будем убивать время. Жалко. Время жалко. Не, время, вот время, чтобы его стало жалко, надо увидеть, как это происходит на самом деле. Как мы его убиваем. Так, крупно? Да. И вот эти кусочки этого счетчика времени, допустим, да, если это было время нашей жизни, это его кусочки, это его части. Если это была вся наша жизнь, то это, например, будет один месяц, да, это один год, это там несколько лет нашей жизни. И вот много, если вы посчитаете свое время, сколько вы потратили его даром, и сколько убили, сколько из-за этого не успели сделать, просто радоваться жизни и наслаждаться, то вот это все превращается вот в такие ломтики, кусочки, из которых складывается вся ваша жизнь. И поэтому это маленькие кусочки времени, вашего времени, которые вы потратили ни на что. И вот, вот этот образ, да, разбитый, вот так часто в конце жизни люди тоже смотрят на это все, да, как жизнь пролетела мимо. Есть же выражение русское, осколки жизни. Да, осколки жизни. Жизнь пролетела мимо, что-то не успели сделать, что-то не успели пережить, прочувствовать, добиться. И все, вот это то бесполезно потраченное время, а в итоге нету и как бы самого, не то что результата, а самой смысла жизни, да, достигнутого. Неполный смысл. И поэтому в конце жизни люди чаще жалеют не о том, что сделали, а о том, что не успели сделать. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Да. Поэтому вот так. Запомните эту картину и давайте ценить свое время, свою жизнь, работать, достигать и наслаждаться результатами нашего труда.